На сегодняшний день каждый ребенок знает, что такое интернет. Одни в глобальной паутине учатся, другие играют, третьи заводят новых друзей. Ребятам, конечно же, пожелаю, чтобы вы не просто прошлись по интерактивной выставке, а обязательно научились чему-то новому. Давай вместе нажимать. Давай, давай. Дети-то в интернете. Нажимай. Выставка разделена на тематические зоны. Школьникам показали, что интернет бывает разный – веселый, полезный и опасный. В виде квеста мальчишки и девчонки выучили уроки безопасного интернета. Я даже не знала раньше, что нельзя отвечать чужим на сообщения. В Димитровграде в библиотеке семейного чтения выставка проработает до конца января. Вход свободный. Евгения Кременская, Валерий Мазин. Новости Димитровграда.